Как сделать пепельный цвет волос в домашних условиях? Сначала промелировать волосы, помыть и высушить. Смешать профессиональный краситель Matrix 10AV плюс 3% окислитель плюс пепельный корректор. Разделить волосы на 4 зоны и покрасить каждую прядь. Наносить краску на волосы, не затрагивая корни, и оставить на 30 минут. Такая техника подходит для коррекции эмалирования от желтого цвета для тех, кто не хочет полностью осветлить волосы перед покраской. Это щадящий способ для волос. Достаточно осветлить пряди и вместе со всеми волосами покрасить в пепельный цвет. Нанести краску на волосы, не затрагивая корни, оставить на 30 минут. После нанести краску на корни. Тщательно прокрашиваем прядь за прядью все волосы. Накрыть волосы фольгой и шапочкой. И оставить на 20 минут для теплового эффекта. Помыть голову с бальзамом, сделать маску и уложить волосы. Смотрите, какой натуральный цвет волос получается.